Нейтрализованный посетитель. Выпускаю грузчик. Ах ты ж, блин, против тебя выкинули грузчиков. Черт, секунду. Помогите! Я что-нибудь придумаю. Смажи. Так, у меня идея. Если ранишь достаточно грузчиков в моем лёжке, придется открыть ворота, чтобы вызвать подкрепление. Этого ты повредил. Теперь других займись. Убивай их, иначе подкрепление не появится. Круто! Дверь открылась! Собирайся внутрь и найди кровокрыла! Это уже камер на противоположной стороне! Найди его! И тогда же лисяку ждет апгрейд! Thank you.
хочется... А вот и бандиты, лузеры! Осторожность! Помните, вы спасаете кого-то... Я только выполняю приказы! Я не выживу! Добро пожаловать в заповедник эксплуатируемых животных. Джек говорит, что построил его для развития науки и прочей муры. Но все это вранье. На самом деле они тут шлаком просто заливают все подряд. Ты должен вытащить кровокрыла оттуда. Плачьте кровью, братья! Что, Сэмми, давай начнем тестирование. Называйте меня доктор Сэмюэлс. Подопытный еще в сознании. Вы же не хотите? А, извини, я не слышу тебя из-за шума от людей, которым не вводят иридий. Этот ключ от хранилища не выбрасывает иридий на поверхность просто так. У нас есть иридий, так что мы можем ставить эксперименты с ним. Ты же не хочешь оказаться по ту сторону стекла, правда?
Начинаю тест на иридиевую мутацию на объекте номер 2. Объект Эрик Фрэнкс. О, да ты уже в заповеднике! А я как раз собирался заманить тебя сюда и убить, но ты... ты уже тут как тут. Спасибо, что избавляешь меня от лишних хлопот. Инженер во вселенной! Шлакомутация — это жуткая, грубая наука, идущая вразрез с человеческой этикой и моралью. Стоит ли говорить, что я питаю к ней огромный интерес? Принеси мне образцы шлака, который Гиперион испытывает на животных. Ты
безбашенный ублюдок! Не сдаваться!
пространство. Должен быть в одной из этих камер. Насчет других уродов не надо волноваться, они тебя не тронут. Так что просто найди кровокрыла, тогда ты сможешь перепрошить железяку и пройти сквозь стену смерти. Задержка. Не называйте меня. Этот объект не подходит для тестирования. У его жены черепная чума. Она могла заразить. А ты помнишь свою жену? Хочешь ее увидеть когда-нибудь еще раз? Я не слышу крика. Нашел его. С ним все в порядке. Ищешь кровокрыла? Ой, а я забрал его несколько часов назад. Перевел в более живописное место. Кровокрыла там нет? Вот черт, Джек над нами издевается. О, стоп. Я заметил какое-то шевеление в корпусе наблюдения. Возможно, кровокрыла перевели туда. Просто иди вперед, амиго. А знаешь, что я вспомнил-то? Сейчас время кормления.
происходит? Кто это? Сегодня великий день, Майя. Сегодня ты наконец пустишь ход свои навыки. Кто эти люди? Террористы, преступники, злодеи. Ты уничтожишь их, ибо это твой долг. Это то, чему тебя готовили. К этому? Казнить безоружных людей? Не беречь мне, дитя. Эти люди — угроза. Брат Хакер, выведи вперед первого грешника. Да, брат Софис. На колени, грешник. О боже, не к ней! Только не к ней! В чем его преступление? Тебе лучше не знать. Обещаю, я заплачу. Заплачу я ваш долог, только уберите ее от меня. Что? Не слушай, дитя. Казни его. Да пошло оно все. Что ты творишь, дитя? Отпусти меня! Мои мальчики организовали этот заповедник, чтобы полностью изучить все возможности шлака. Понимаешь, это не просто стихийное вещество. Если умеешь его правильно использовать, он раскрывается. Объектом, предоставленным агентом Гипериона, известным под кличкой Хер. Don't worry, honey. Everything's gonna be okay. Детка, закрой глаза, все в порядке. Пока что удовлетворительно. Мне нужна еще одна запись эхо, и тогда у меня будут все необходимые данные. Скажите ему, чтоб захватил видеокамеру.
прекрасные животные наверняка проживут намного дольше вас. Я только выполняю приказы! Бандиты мне щит снесли! Конечно, это не проблема. Просто предупреждаю.
Антибандитская программа. Кретом тебя, Бубен! Заниматься своей ерундой, оставь их у Роланда. Хочешь вернуть кровокрыла, да? Какая жалость. Я тут провожу над ним очень интересные эксперименты. Не хотелось бы его отпускать. Ну да ладно. Он весь твой. Гроши, малыш! Боже мой. Сдавайся, малыш. В распоряжении кровокрыла целый арсенал. Огонь, электричество, коррозия, шлак и... О, черт, забыл последний элемент, а? Что ж там еще-то было, а? Проклятие, ты просто ослабь его, а я всажу в него дозу транквилизатора! Извини, солдат, но тебе придется сбить кровокрыла. Делай, что хочешь, чтобы спасти его, но если не получится... Он нужен нам, чтобы проникнуть в зону управления ангелом и забрать... Огонь! Так, огонь? Что же еще? Все будет хорошо! Сейчас дадим кровокрылу успокаивающего, доставим в убежище, а там Зет его подлечит! Потом будет коррозия. Так, что же я забыл? Ты пожалеешь о том, что втянул кровокрыл в это дело? Он вырвет тебе глотку! Мило. Кровокрыл, тихо! Успокойся! Коррозия! Коррозия, да, это я помню. Так, что же осталось-то, а? Ну-ка, у кого тут стрелки зеленые?
Я высылаю тебе боеприпасы. Повеселимся! Уходи! Он пикирует! Заряжаю транквилизатор! Спокойной ночи! Кровокрыл, больно не будет, обещаю! Новый уровень! Птичка жива! Вытаскивай чип из ошейника и везем ее в убежище! Вспомнил! Взрывчатка! Нет! Вот почему меня нельзя злить. Либо вы с Мордекаем сдадитесь, либо эта тупая птица будет всего лишь первым номером в нашей программе. Чтоб ты сдох, Джек! Я убью тебя! Понял? Извини за кровокрыло, солдат. Но мы должны идти дальше. Отнеси софт к железяке, и тогда мы сможем преодолеть защитное поле. Что за черт? Куда я подевал свою скрипку? Я же собирался наигрывать на ней цинично и саркастично. Я же еще вчера ее здесь видел, а? Блэк! Ну ты где? Тащи сюда скрипку быстрей! Погоди, да ты же не думал, что выйдешь отсюда живым? Искатель, ложись. Вот вам! Вот вам! Это дьявол, ублюдки!
Отвечай! А, да, все, круто, нашел. Итак, это песня для тупой птицы Мордекая в ми-мажоре. Да чтоб вас всех! Время для искрометной шутки упущено! Умолкни уже! Тобой сведения не только любопытны, они могут помочь остановить распространение отравления шлаком. Я что-то забыла. Удачи!
Эх, Кровокрыл. Да. А помнишь, как... Помнишь, Мордекая подстрелили в плечо, и он спрятался? И выпустил Кровокрыла, чтобы тот расправился с бандитами вместо него. Ха, да. Кровокрыл просто летал кругами у них над головой и никого не трогал. А Мордекай орал ему: «Что ты делаешь, трусливая птица? Начинай убивать!» и бла-бла-бла! А потом он встал, вышел из-за укрытия. И Кровокрыл камнем упал вниз, в самую гущу врагов, и порвался их за полсекунды. Он хотел, чтобы Мордекай видел это. Хотел, чтобы Мордекай им гордился. И Мордекай был на седьмом небе от счастья. Полез целовать его в клюв, чесать ему шею. Это смотрелось бы очень мило, если бы с Кровокрыла не свисали чужие кишки. Заткнись ты уже!